Интерактивный музей «Лунариум» – один из двух музеев планетария. Но называть его музеем сложно, ведь это не привычное собрание экспонатов, а место встречи с огромной Вселенной во всем ее астрономическом и физическом многообразии. Лунариум – это 90 экспонатов, которые размещаются на площади примерно 4000 квадратных метров. И на этой огромной территории нет ни одной таблички «Руками не трогать». Вместо них множество разноцветных кнопок, ручек и рычагов, трогать которые не только можно, но и нужно. Так в увлекательной игровой форме гости музея, невзирая на возраст, познают законы физики и тайны Вселенной. Именно поэтому в интерактивном лунариуме каждую секунду обязательно что-нибудь падает и взлетает. Качается и вращается. Крутится, сверкает или создает оптические иллюзии. Все экспонаты здесь выполнены на заказ. Чтобы собрать эту коллекцию, сотрудники планетария объездили полмира. Особая гордость – тысячекилограммовая полусфера Луны. Точная копия видимого полушария нашего космического спутника. Правда, в 700 тысяч раз меньше оригинала. В основе – самая современная цифровая модель Луны. Каждый из двух уровней лунариума имеет свою неповторимую особенность. К примеру, экспозиция раздела «Постижение космоса» оформлена в виде космической станции. Перемещение из одного отсека в другой позволяет поработать в лунной лаборатории, познакомиться с историей Большого взрыва и даже совершить путешествие в бесконечность. При этом, где бы мы ни оказались, на Луне, Марсе или в любой другой точке Вселенной, мы будем проводить множество экспериментов. Проведем наблюдения в телескопы разных оптических систем. Узнаем свойства вакуума и понаблюдаем за предметами в состоянии невесомости. Спасем планету от астероидов. Отправим послание инопланетянам и собственноручно поэкспериментируем с внешним видом инопланетян, живущих на планетах с разными условиями обитания. Для того, чтобы запустить ракету, воздушную или водородную, тоже придется хорошо потрудиться. Но наши старания будут обязательно вознаграждены. Всего 14 секунд, и ракета эффектно стартует. Не менее эффектно выглядит и плазменная башня. Возле нее всегда много посетителей. Плазма представляет собой четвертое, самое распространенное состояние вещества во Вселенной. На остальные состояния материальных объектов, твердое, жидкое и газообразное, приходится лишь около 1% всего ее вещества. К примеру, наше Солнце можно рассматривать как гигантский сгусток горячей плазмы. Звезды, туманности и галактики также состоят из плазмы. Плазмой заполнено даже пространство между ними. Есть в экспозиции и уникальный экспонат – камера Вильсона. Мы живем в пространстве, которое пронизано потоками невидимых заряженных частиц, приходящих из глубин Вселенной. В камере Вильсона видны их следы. Происходит это благодаря свойству перенасыщенного пара конденсироваться в мельчайшие капельки вдоль траектории движения этих высокоэнергетичных элементарных частиц, составляющих естественную радиацию на поверхности Земли и в атмосфере. Это все физика космическая.
Рядом же, на нижнем уровне музея Лунариума, нас ждут эксперименты вполне земные. Экспозиция раздела «Астрономия и физика» — это удивительный мир науки, где каждый экспонат — настоящая научная лаборатория, а каждый посетитель — талантливый ученый-экспериментатор. Скучно здесь не бывает никому. Самое сложное проявление законов природы в лунариуме выглядит сказочным волшебством. Не робейте! Попробуйте сочинить галактическую музыку для звездного бала. А после победы в соревнованиях по прыжкам на Луне узнайте свой вес на каждой из планет Солнечной системы. На Юпитере он будет самым большим, а на Плутоне — самым маленьким. Некоторые экспонаты, такие как Теллурий, помимо живого интереса, могут вызвать массу вопросов. Поэтому каждый экспонат музея снабжен красочной табличкой с пояснениями. Если вы зашли в научный тупик, не огорчайтесь. Отзывчивые экскурсоводы Лунариума доходчиво объяснят назначение и принципы работы любого опытного образца. Один из самых интересных опытов — маятник Фуко. Он служит для экспериментального доказательства суточного вращения Земли вокруг своей оси. Известно, если маятник отклонить от равновесного положения, он будет качаться в одной и той же плоскости до полной остановки. Это свойство маятника для доказательства вращения нашей планеты впервые использовал французский ученый Жан-Бернар Леон Фуко. Первая публичная демонстрация его опыта состоялась в середине 19 века в одном из самых высоких зданий Парижа — Пантеоне. Наша демонстрация в точности повторяет этот эксперимент. Небольшую фигурку устанавливаем на круге шкале под маятником так, чтобы при раскачивании маятник не сбил ее. Чтобы избежать бокового толчка, запускаем маятник, пережигая нить. Затем несколько минут наблюдаем, как с каждым своим качанием маятник все ближе и ближе подбирается к фигурке Лего, пока, наконец, не сбивает ее. Но ведь положение плоскости качания маятника сохраняется в пространстве неизменным. Значит, эта Земля немного повернулась вокруг своей оси. Вместе с Землей повернулись и зрители, и пол, на котором они стоят. Вместе со всеми повернулась и сбитая игрушка. Наш опыт удался. Нам удалось подтвердить, что Земля вращается вокруг своей оси. Один из самых популярных элементов экспозиции — плазменный шар. Если осмелитесь поднести руку к стеклянной сфере, то обязательно увидите, как в районе прикосновения локализуется электрический разряд. По сути, красивые плазменные потоки, пронизывающие атмосферу, — это искусственно созданные молнии, какие мы видим, например, во время грозы. В центре стеклянной сферы находится электрод под напряжением 10 000 вольт. В результате такого высокого напряжения происходит пробой диэлектрической среды, который мы наблюдаем в виде затейливых плазменных нитей. А это устройство называется генератор облаков. Модель демонстрирует реальный процесс образования облаков в атмосфере.
Резкое нажатие на резиновую мембрану, и из круглого отверстия вылетает маленькое паровое облако. Следующий экспонат демонстрирует механизм образования воздушного смерча – торнадо, который возникает в грозовом облаке. Подобный закручивающийся воздушный столб зарождается в условиях большой неустойчивости в атмосфере, когда внизу находится очень теплый и влажный воздух, а вверху сухой и холодный. Перед нами еще одна гигантская воронка. Этот экспонат наглядно показывает процессы, которые происходят с небесным телом, попавшим в черную дыру. Ничто не может противостоять силе ее притяжения. Даже свет. Черная дыра — это особая область пространства, где сила гравитации возрастает настолько, что даже луч света не может преодолеть ее. В интерактивном музее можно провести целый день. Это настоящий пир для живого воображения и пытливого ума. Волшебный калейдоскоп интересных экспериментов и незабываемых открытий. Именно в лунариуме становится понятно, что истинное знание рождается из опытов и наблюдений.